Можно сказать, что лето для городских ребят официально стартовало. Малые Олимпийские игры, которые проводятся среди дворовых команд, были торжественно открыты. Репортаж с первого соревновательного дня завершает наш выпуск новостей. Ежегодно с началом лета в городе в торжественной обстановке проходит открытие ставших уже традиционными малых Олимпийских игр. И этот год не стал исключением. Участников летнего спортивного марафона поприветствовал глава города Александр Берсенев, пожелав ребятам провести лето весело и с пользой, чтобы в сентябре с новыми силами начать новый учебный год. Я вас всех поздравляю с началом лета. Летних каникул, 3 месяца можете гулять, отдыхать, заниматься спортом, что, я надеюсь, вы и будете делать на своих дворовых площадках. Устраивать между собой, я так думаю, соревнования. Ну, а победителей в конце Олимпийских игр, я думаю, мы всех поздравим за те места, которые вы, я так понимаю, заслужите и заработаете. В этом году на территории города было сформировано 8 дворовых команд, а это более 80 ребят, которые будут бороться за победу. У каждой есть свой вожатый, вместе с которым они придумали название и девиз. Наша команда! Юность! Наш девиз! Ветер дует паруса, юность верит чудеса! Старшеклассников, которые будут в течение лета заниматься с детьми, в торжественной обстановке посвятили вожатые, повязав им галстук. Затем участники малых Олимпийских игр произнесли торжественную клятву, пообещав весело и интересно отдыхать и не расстраиваться в случае проигрыша. После чего приступили к своим первым соревнованиям. Они разгадывали ребусы, пели и танцевали, проходили творческие спортивные станции. Одним словом, веселились и отдыхали, получив заряд положительных эмоций на все 3 летних месяца. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».